Аузу биллахи мина шайтану раджим, бисмиллахи рахмани рахим. Ассаламу алейкум ва рахматуллах, уважаемые наши телезрители. Приветствуем вас на нашем телеканале Хади ТВ3 и хотим продолжить серию передач, посвященных теме ваххабизма, а именно такфиризма. У нас в гостях снова уважаемый наш гость Шейх Гурбан. Ассаламу алейкум, Шейх Гурбан. Алейкум ассалам ва рахматуллах, баракату. Уважаемый Шейх Гурбан, мы несколько передач, уже серию передач обсуждаем тему мышления ваххабизма, такфиризма, что это за мышление, за идеология такая. И мы выяснили, что это мышление основано на том, чтобы люди, то есть, допустим, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб и его последователи, обвиняли всех мусульман в неверии, и что до них на протяжении 600 лет не было ни одного мусульманина, и только они являются мусульманами, и причислили множество условий, чтобы человек стал мусульманином, под которые даже сами они не подходят. Хотелось бы продолжить. Ауду биллахи минаш шайтани раджим. Бисмиллахи рахмани рахим. Ва бихи настаин ва хуа хайру насирин ва муин. Вассалату вассаламу аля сайид аль-амбияи валь мурсалин. Ва аля алихи тайбин ат-тахирин аль-маасумин. Ва ла'нату даимату аля адаихи маджмаин. Иля кияуми яуми ддин. Я приветствую дорогих телезрителей Хади ТВ3. Мы, как вы верно напомнили, мы говорили о такфиризме. О такфиризме Мухаммад ибн Абдул-Вахаба говорили о том, что он исповедовал презумпцию куфра, о том, что каждый человек является неверным до тех пор, пока не доказано обратно. И более того, шел еще дальше, он не просто объявлял человека неверным, шел еще дальше, считал его жизнь, имущество и его достоинство дозволенным, то есть, что это означает? Что он считал дозволенным убивать его, дозволенным отбирать у него имущество, дозволенным забирать у него, например, жену. То есть не просто называл неверным, то есть шло очень далеко это все. И это мы вычитали из его собственной книги «Ат-Таухид», где он говорит об этом в 6 главе своей этой книги. Это, во-первых. Во-вторых, как вы также упомянули, мы говорили о том, что он объявил всех своих современников, он объявил все предыдущие поколения, практически все, начиная с 3 века, все предыдущие поколения мусульман неверными. Об этом также говорил его брат Сулейман ибн Абдул-Вахаб, который говорил об этом в книге «Ас-Саваигуль Илахия аля Радди Фирадди аля Вахабия», «Ас-Саваигуль Илахия». Но он пользовался трудами этих ученых, которых объявлял в неверии? То есть он же брал же какие-то знания откуда-нибудь? Если он убил всех ученых, допустим, всех знаменитых людей своего времени, неверно? Нет, такого не обнаруживается. Ну, разве что, может быть, Ибн Таймия тоже, который жил несколько веков до него. То его есть, трудами пользовался? Ну, там за исключением нескольких людей, да. То есть и были ученики Ибн Таймии, которые также пользовались уважением. Но так, то есть это было в порядке исключения. Правилом было именно выведение из ислама. И более того, обратите внимание, у него есть письмо, адресованное ученым Мекки своего времени, то есть он своим современником. И в этом письме он пытается привлечь их внимание, он пытается заслужить их симпатию и пытается оправдаться. И здесь, в этом письме, он признается в том, что он объявил, опять-таки, это письмо не заслуживает доверия в полной мере. Почему? Потому что там много лжи со стороны Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. Написав письмо ученым Мекки, он лжет, причем лжет довольно-таки наглейшим образом. Наговаривает, да, на них? Или что именно? Нет, он лжет о том, чем он занимается. Uh-huh. Он пытается оправдаться в их глазах. И при этом лжет, причем лжет нагло. Ну, поэтому с этой точки зрения это письмо Мухаммада ибн Абдул-Вахаба не имеет ценности. Не имеет ценности, не заслуживает доверия. Но при этом он оправдывается, говорит, что я объявил, большинство объявил. Почему я говорю, он лжет? Потому что он не большинство объявил. Он объявил намного больше. Он объявил чуть ли не всех. То есть он объявил всех, за исключением своих последователей. Он объявил всех, абсолютно всех. И здесь ложь.
И ложь также заключается в том, чем он оправдывает то, что он объявил большинство неверными, большинство мусульман неверными. Но здесь привлекает внимание и заслуживает внимания то, что он говорит, кого он объявил неверным. Он говорит, объявил я, он говорит, я издал фетву о неверии большинства тех, кто живет на нашей земле. На какой земле? Там, где живет Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. И обратите внимание, то место, где жил Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, большинство были шафитами, большинство были маликитами, может, большинство были ханафитами? Нисколько. То есть мало того, что все большинство, абсолютно большинство тех, кто жили в той местности, где жил Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, были суннитами, мало того, они были хамбалитами, защитником и последователем, кого себя объявлял Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Он, то есть, и сейчас ваххабиты, они считают себя последователями Ахмада ибн Хамбала, то есть они считают, что они продолжители дела Ахмада ибн Хамбала, что они представители мазхаба хамбализма, то есть представители хамбализма. Но вот что говорит وَمَا أَشَاءُ أَنَّا أَنِ التَّكْفِيرُ он пишет в этом. Это الرَّسَائِلُ الشَّخْسِيَّ это сборник писем Мухаммада ибн Абдул-Вахаба, издано в том числе и в Саудовской Аравии, где он, где собраны письма, которые он отправлял в те или иные места к тем или иным личностям. Это страница 41. Письмо называется «Иля л-уляма иль-а'лам фи баладиль Фи баладиллахи л-харам». То есть письмо, направленное ученым, выдающимся ученым Мекки. Вама ашау анна анит такфир. То, что распространилось, то, что распространяется относительно по поводу нас в вопросе такфира, он говорит, он затрагивает вопрос такфира. То есть, понимаете? Вама ашау анна анит фит такфир. Минат такфир, то есть он говорит, то, что распространяется, то, что распространилось по поводу нас в вопросе такфира. Это что значит? Это значит, уже во времена самого Мухаммада ибн Абдул-Вахаба было известно, что он объявил мусульман неверными, объявил суннитов неверными, объявил хамбалитов неверными. То есть это то, что означает. И далее он говорит, فَلَمَّ أَفْتَيْتُ بِكُفْرِهِمْ مَا أَنَّهُمْ أَكْثَرُ النَّاسِ فِي أَرْضِنَا Он говорит, когда я издал фетву о неверии этих людей, несмотря на то, что это было большинство людей, которые жили на нашей земле. Это не китайцы, это не европейцы, это не жители каких-то других. Это мало того, что Аравийский полуостров, это сама Саудовская Аравия, это место обитания хамбалитов. Это большинство хамбалиты. Он говорит, фаламма, еще раз повторяюсь, фаламма афтайту бикуфрихим, ма аннахум актарун нас. Когда я издал фетву об их неверии, несмотря на то, что это было большинство людей, которые живут в Иардына, которые живут на нашей земле. То есть это было большинство жителей Аравийского полуострова. Большинство жителей Аравийского полуострова, по его собственному признанию, он объявил неверными. И на что здесь нужно обратить? Это были хамбалиты. Сейчас ваххабиты сколько угодно могут кричать о том, что они являются защитниками мазхаба Ахмада ибн Хамбала, но факт заключается в том, что сам Мухаммад ибн Абдул-Вахаб издал фетву об их неверии. Он говорит большинство. И он говорит о том, что я издал фетву, потому что это большинство отрицало то, с чем пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. Отрицало то, с чего ты взял, что они отрицали. Это в твоем понимании. То есть я хочу, почему он лжет? Потому что он все это толкует в своем собственном понимании, в своем лживом и искаженном понимании толкует то, что они отрицали то, что они или чего они придерживались, толкуют это отрицание или это признание
толкуют как отрицание того, с чем пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Ну, это я опять-таки возвращаюсь к тому, в чем он лжет. Но так или иначе, вопрос заключается в том, что большинство жителей Аравийского полуострова, если каждый человек будет издавать фетву о неверии того, кого он считает, что он отрицает то или иное, с чем пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, то здесь не останется ни одного мусульмана, всех нужно будет такфирить, всех нужно будет выводить из ислама. Я вот, допустим, считаю, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, посчитал, например, тот или иной вопрос обязательным, а кто-то считает, что это не обязательно. Таким образом, я считаю, что он отрицает то, с чем пришел посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Значит, он, если по логике Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, так или иначе, мы обнаружим, что он объявил большинство мусульман, и обращаем внимание на то, что это были, кто это были, хамбалиты, он их объявил неверными. Но давайте коснемся следующего вопроса, поговорим о другом. Поговорим о том, насколько этот подход, да, мы об этом не говорили, мы, может, и касались так или иначе поверхностно, но давайте поговорим более подробно о том, насколько подход Мухаммад ибн Абдул-Вахаба, насколько подход ваххабизма, насколько то, что делают ваххабиты сейчас, и то, что делали они в прошлом, и в первую очередь то, что делали в прошлом. В первую очередь, потому что если мы сегодня видим терроризм, то, что мы видим убийство мусульман в Сирии, в Ираке и в других частях, в Пакистане, о чем мало говорится, в Пакистане очень много мусульман убиваются руками ваххабитов, но так как это... с точки зрения западных СМИ это второсортные люди, то так, соответственно, об этом нет никаких новостей. Тысячами, мы ранее говорили, переводили статистику об этом, сколько людей ваххабиты убивают в Йемене. Это просто шокирующие цифры. Это не просто взрослые люди, это дети и женщины. В каких количествах, в каких масштабах там убивают мусульман, опять-таки об этом никто мало... То есть в средствах массовой информации об этом не говорит. Опять-таки, по тем же самым причинам. Это третий мир, это не Европа. В Европе у кого-нибудь там рука поцарапается, сразу об этом на весь мир трубят. А это Йемен. То есть это второсортные люди с точки зрения современно-западных СМИ, поэтому об этом не говорится. Но так, несмотря на это, в прошлом их... преступления в прошлом, во времена самого Мухаммада ибн Абдул-Вахаба и во времена его детей, то есть его сына, его внука и так далее, эти преступления были в разы страшнее, в разы масштабнее. То есть это был тотальный геноцид мусульман ради власти, ради имущества, ради военных трофеев, ради того, чтобы захватить власть и контроль над Аравийским полуостровом. Но давайте посмотрим на то, насколько этот подход, этот омерзительный, ужасный подход соответствует тому, с чем пришел ислам, соответствует аятам Священного Корана, соответствует сунне посланника Аллаха. Или наоборот противоречит. Или наоборот противоречит. Посмотрим на это, посмотрим на аят Священного Корана. И что говорит об этом сунна посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва салям. Если вы позволите, то небось небольшого перерыва. Иншаллах. Уважаемые наши телезрители, оставайтесь с нами, после небольшой паузы мы продолжим. Уважаемые наши телезрители, мы прерываемся на небольшую паузу, до которой говорили о действиях Мухаммада ибн Абдул-Вахаба. Уважаемый шейх Гурбан, вы говорили о его действиях, хотели их сравнить. Они соответствуют Корану и хадисам, ну, наверное, начнем с Корана, или противоречат все же Корану? Если мы начнем в первую очередь с аятов Священного Корана, посмотрим на аят Священного Корана. Что об этом говорят аяты Священного Корана? Потом перейдем к сунне посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям. Если мы обратимся к аятам Священного Корана и рассмотрим и посмотрим на аят Священного Корана на фоне того, что делали и делают ваххабиты,
то мы обнаружим, что эти люди или не читают священный Коран, или не изучают священный Коран, не читают его, или же изучают и читают священный Коран, но предпочитают в своих каких-то своих корыстных интересах закрывать глаза на некоторые аяты, на аяты и на толкование этих аятов священного Корана. Потому что если мы обратимся к аятам священного Корана, то мы увидим, что мы обнаружим, что аяты священного Корана не только не исповедуют этот такфиризм, не только не исповедуют эту точку зрения, наоборот, в священном Коране содержатся аяты, которые утверждают об обратном, порицают, совершенно верно, утверждают совершенно обратное, противоположное, полностью противоположное. Обратите внимание, один из аятов, известнейших аятов, обратите, то есть то, что этот аят является известнейшим и очень часто цитируется теми или иными людьми, в том числе и учеными, подтверждает тот факт, что они, скорее всего, закрывают глаза. Им просто невыгодно. Они не хотят признавать свои ошибки. Они не хотят признавать ошибку и ту мерзость, которую творил Мухаммад ибн Абдул-Вахаб и его последователи, его потомки и последователи. И в том числе династия Сауд ибн Абдул-Азиза, династия Сауда. То есть известность этого аята и часто цитируемость этого аята говорит именно об этом. Говорит о том, что они не то, что не читают священный Коран. Нет, они читают, но они не хотят обращать внимание на эти аяты священного Корана. В священном аяте говорится: «Калят аль-а'рабу аманна». То есть бедуины сказали, что мы уверовали, мы принесли веру в ислам, мы принесли веру в единого Бога, в посланническую миссию, в ответственность посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва алейхи. «Калят аль-а'рабу аманна, куль лям ту'мину». Скажи им, что вы не уверовали. Всевышний, обращаясь к своему посланнику, говорит: скажи им, что вы не уверовали. Лям ту'мину, валякин кулу аслямна. Но взамен на эти слова, на слова «мы уверовали», скажите аслямна, что мы покорились. Другими словами, мы приняли ислам. Не говорите, что вы уверовали, скажите, что вы приняли ислам. Валямма ядхули л-иману фи кулубикум. Потому что вера все еще не вошла в ваши сердца. Что в этом аяте говорится? Что утверждается в этом аяте священного Корана? Говорится о том, что ислам и вера есть разные вещи. Эти бедуины, о которых говорится в этом аяте священного Корана, они покорились. Они сказали: мы покоряемся исламу, мы принимаем ислам, мы покоряемся. Мы произносим свидетельство о том, что нет Бога, кроме единого Бога, то есть Аллаха, и нету, и что его посланником является Мухаммад. Мухаммад является его посланником и рабом. Они произнесли это свидетельство. Это есть то, что в этом аяте сказано «Ислам». Они покорились, они приняли ислам. «Валямма ядхули л-иману фи кулубикум». Но вера в их сердца не вошла. Но при этом они «Валякин кулу асламна», говорит Всевышний. Скажи им, чтобы они говорили: мы приняли ислам, то есть мы стали мусульманами, мы стали покорившимися. Асламна, то есть мы приняли ислам, мы покорились. Ислам – это покорность. Теперь, когда Мухаммад ибн Абдул-Вахаб в своей книге «Ат-Таухид» говорит, что в 6 главе книги «Таухид» говорит, что недостаточно просто произнести «Ля Иляха Илляллах Мухаммадан Расулуллах». Недостаточно просто произнести и недостаточно уверовать в это. Насколько это соответствует этому аяту священного Корана, в котором говорится, что эти люди являются мусульманами, несмотря на то, что «Лямма ядхули л-иману фи кулубикум», что вера все еще не вошла в их сердца. Вера не вошла в их сердца, они не являются верующими. Они мусульмане, но они не верующие. Они не являются верующими. Веры у них в сердце нет.
Всевышний говорит, это говорит сам Всевышний. Но при этом они мусульмане. Что это значит? Это значит, их имущество, их жизнь, их честь и совесть, все это является под защитой ислама в том числе, и это означает. За них можно выдавать замуж своих дочерей, своих женщин. У них можно брать женщин замуж, потому что они являются мусульманами, но при этом они не уверовали в ислам. У них нет веры в сердце, они не убеждены в истинности ислама. Но они под защитой ислама. Но они под защитой ислама и считаются мусульманами, и их касается все то, что касается мусульман. То есть с ними они являются чистыми и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот эти вот законы, которые касаются мусульман и не мусульман, они их касаются. То есть это выдавать замуж и так далее и тому подобное. Это их касается. А Мухаммад ибн Абдул-Вахаб в 6 главе говорит, не обеспечивать неприкосновенность жизни и имущества. Он говорит о неприкосновенности жизни и имущества. Не только об исламе. Он не просто выводит человека из ислама, как мы уже говорили. Я просто подчеркиваю, мы это разъясняли. Он более того, идет еще дальше. Он говорит, не обеспечивает жизни и имущества, неприкосновенность жизни и имущества, а также не обеспечивает этого понимания смысла, произнесения смысла наряду с его и понимание смысла на его с произнесением, не его подтверждение, то есть вера в него, даже вера в него, даже вера в шахаду, ля иляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах, не делает, не обеспечивает неприкосновенность жизни и имущества, он говорит. Не говоря уже об исламе. Об исламе в первую очередь, если не обеспечивает неприкосновенность жизни и имущества, то тем более не стоит говорить об исламе. Из ислама выводят в первую очередь. Насколько эта мысль, насколько это убеждение соответствует этому аяту священного Корана, полностью противоречит. И это не наше понимание, не наше с вами понимание, и не понимание наших телезрителей, которые, ознакомившись с этим аятом, с переводом этого аята, понимают, что то, что говорит Мухаммад ибн Абдул-Вахаб, полнейшее противоречие этому аяту. И не только мы, суннитские ученые в толковании этого аята говорили то же самое, обратите внимание. Например, Аз-Замахшари, он говорит, что вера есть одно, а ислам есть другое. Ислам это когда человек говорит «Ля иляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах». Он языком произносит эти слова. Неважно, уверовал в эти речи он сам, он реально убежден в этих словах или не убежден. Это неважно, он мусульманин. Если он произнес шахаду, он является мусульманином. А вера, Замахшари говорит, то есть толкование этого аята в своем тафсире Аль-Кашшафи, он говорит, а вера это когда он уверовал в это, уверовал в то, что нет Бога, кроме единого Аллаха, и нету, и что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва алейхи ва саллям, является его посланником, то есть убежденность. Поэтому он говорит, Аль-Иман хуа тастик, валь-Ислам ад-духулю фис-силм. А ислам это покоренность. Это когда ты покорился, сказал, да, ля иляха илляллах, Мухаммаду Расулуллах, даже если не уверовал в это. Ас-силм. Валь-хуруджу мин ан якуна харбан лиль-муминин би изхари шахадатейн. Ислам – это покоренность, покорение и выход из состояния войны с мусульманами, с верующими, би изхари шахадатейн. Каким образом ты покоряешься, каким образом ты выходишь из войны? Би изхари шахадатейн. Когда ты произносишь две шахады. Ашхаду ан ля иляха илляллах. Ашхаду анна Мухаммадан абдуху ва расулу. Две шахады произнес, все, ты уже являешься мусульманином. Даже если вера, как говорится в аяте священного Корана, «Ламма ядхули лиману фи кулубикум», даже если вера не вошла, даже если ты не убежден в этих, даже нет тастика, как говорит Замахшари, «Хуа тастик». «Фа'алам анна ма якуну мина л-икрар бил-лисан мин гайри муати'атин муати'ати л-кальби фа-хуа ислам». То есть он говорит, что признание на языке, даже если нет убежденности веры в сердце, это является исламом. А если в душе, то есть если в сердце это есть, то есть если ты, он далее продолжает, если ты уверовал в это, то это иман. Это не только Замахшари, это говорит и Куртуби, говорит Лян. Но он же их считает неверными. Кто? Я как понимаю, Мухаммад ибн Абдул-Вахаб. Таких ученых, как Замахшари и других.
Неважно. А неважно, считает он их неверными или не считает. Да? Мы можем обнаружить нечто, из-за чего... Не, ну, конечно, их слова логические, они поддаются логике. Да, здесь больше ничего не нужно. А больше ничего то не есть нужно. Он дает толкование аятам, и они очевидны. Да, совершенно очевидно все. Здесь больше ничего не нужно. Я просто хочу сказать, что это не наше с вами понимание. Это понимание толкователей прошлого, суннитских толкователей прошлого. Это не только Замахшари. Замахшари, ладно, он очевидно... То есть весь исламский мир говорил о том, что да, это достаточно. Да, совершенно верно. А этот пришел и, опять-таки, исключительно из своих корыстных целей объявил мусульман неверным, чтобы воевать их, отбирать у них имущество и... женщин, то, что они делали, они насиловали мусульманских женщин, хамбалитских, тех, которые были на мазхабе Ахмада ибн Хамбала. Куртуби в своем тафсире, который называется «Аль-Джами», «Ли ахкам аль-Куран», говорит в толковании этого же аята, обратите внимание, «Ли аннахум асламу фи захир иманихим, валам ю'ману кулубухум». Почему Всевышний говорит о бедуинах так? В этом аяте, потому что они покорились, внешне покорились, но в вере, но в душе, но в сердце они не уверовали. Ну, это, в принципе, и было и понятно из аята Священного Корана, то есть, опять-таки, ничего нового не говорят они, просто я говорю, что они понимают то же самое, то, что мы поняли. «Вахагигатуль иман аттастику билькальб», говорит Куртуби. То есть он говорит, а вера заключается в том, чтобы уверовать в эти две шахады сердцем, чтобы в сердце на самом деле уверовать, подтвердить, да, когда ты говоришь «Ашхаду ан ла илаха илляллах» и по-настоящему считаешь, что это так, что нет Бога, кроме единого Аллаха, то это иман. Это не ислам, это иман. Ислам – нечто другое. «Ва аммаль ислам» قَبُولُ مَا أَتَ بِهِ النَّبِي فِي الظَّاهِرِ. А ислам – это когда ты признаешь учение его светлость посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, внешне. Говоришь, да, я признаю, что Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, был посланником и пришел с откровением от Бога. فِي الظَّاهِرِ. Внешне. То есть не надо пытаться покопаться у него в душе. Да, на самом здесь деле, в душе его уже никто не требовать копается. Требовать объяснений. Да. Это говорит «Вадалика юхкину дам», говорит Куртуби. Говорит, и это ислам, то есть то, что он произнес шахаду, это юхкину дам. То есть он уже делает кровь того человека, который до сих пор воевал с исламом, делает его кровь запрещенной, защищает его жизнь. Это шахада, это его признание внешнее, не сердцем, а на языке. Это исключительно на языке, вне зависимости от того, что у него в сердце, уверовал или не уверовал. Или же Табари, Джамиль Байани, в своем тафсире говорит, «Факиля лахум кулу аслямна». Всевышний говорит, говорите, что мы покорились. «Лианна лислама кулун». Потому что ислам – это слова, не больше. Табари говорит, толкователь. Табари – это известный. Не только известный. Это, как говорит Ибн Таймия, самый лучший толкователь Священного Корана. Когда у Ибн Таймии спросили, какой тафсир самый лучший? Что ответил Ибн Таймия? Табари. Табари. Он сказал, самый лучший тафсир – это тафсир Табари, Джамиль Байан. Табари что говорит? То есть, и так как авторитетом является Ибн Таймия для ваххабитов, они должны признавать слова. И для них Табари должен быть авторитетом. Факиля лахум кулу асламна. Ли анналь ислама кулун. Почему Всевышний говорит, мы скажите, что мы покорились? Потому что ислам это всего лишь слова. Когда ты сказал, нет Бога, кроме единого Бога, и Мухаммад его посланник, это все, это ислам. Валь иман кавлун ва амаль. А вера – это слова и деяния. Когда ты сказал и в сердце уверовал, и действуешь согласно этому. Например, ты сказал, что признаешь Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, посланником Аллаха, то, соответственно, молишься 5 раз в день, потому что он об этом повелел. Подчиняешься ему. Это иман.
А ислам нет, ислам не требует этого. В исламе не обязательно 5 раз, чтобы быть мусульманином, не обязательно 5 раз молиться. Потому что человек может и не молиться, но быть мусульманином. За него можно выдавать своих дочерей, своих женщин, и у него можно его дочерей брать в жены и так далее. Допустим, он не отрицает молитву, но не совершает. Не отрицает, да, но не молится. Отрицание молитвы — это другое. Другое. Да. Амаль. Действие, деяние, у него нету деяния. Да. Никаких проблем, он мусульманин. То есть он грешник, это табари. Это табари. Это табари. Насколько это соответствует тому, что исповедуют ваххабиты. На тому, что исповедует Мухаммад ибн. И это толкование аята Священного Корана. Это не просто слова табари. Он толкует аят Священного Корана. Он понимает то, что мы с вами поняли. То, что поняли наши телезрители. Нет никакого сомнения, что наши телезрители понимают то же самое из этого аята Священного Корана. Просто нужно призадуматься над этим аятом. Я, если позволите, еще одну цитату, да, очень конечно. Быстро приведу. И Ибн Кясир, тоже авторитетный для них. Ибн Кясир в своем тафсире Коран аль-Азим, в своем тафсире говорит: وقد استفيد من هذه الآيات الكريمة أن الإيمان أخص من الإسلام كما هو مذهب أهل السنة والجماعة. Что ислам отличается от имана. Иман — это когда нечто более особенное, а ислам — это нечто более общее. Об этом говорит и Ибн Кясир. Вера и ислам — это разное, он говорит. Ахас. То есть он это является чем-то более узким. Совершенно верно. То есть иман — это нечто узкое, более узкое, чем ислам. Ислам — это нечто более обширное. Спасибо, уважаемый шейх Курбан, что разъяснили такую важную, так сказать, тему. Спасибо. Иншаллах, мы будем ждать на следующей вас передачи. Иншаллах. Уважаемые наши телезрители, на этом мы вынуждены с вами попрощаться, так как наша передача подошла к концу. Но иншаллах продолжим на следующей передаче. Ассаламу алейкум ва рахматуллах.